Привет. Привет. Ну что, куда пойдем? На зоопарк. Куда? На зоопарк. К доктору? Да. Ты хочешь еще к доктору идти? Да. Мы же хотели с тобой на море поехать. На море? Да, так что, куда? На море или к доктору? И бабушка, может быть, приедет. А где? Она? Да позвонит, наверное, дома. Наверное, дома? Да. Покажи, кто там у тебя. Ну, спать игла. Все, давай складывать постельку и поехали с тобой гулять. Давай? Пусть она спит. Хорошо, все, давай, собирайся. Пошли одеваться. Пойдем. Пошли. Лиза, потерялась? Идем. Ты танцуешь? Лизуль. Что? Видишь, водичка выливается. Тут фонтанчики. Только они сейчас не работают, они вечером будут работать. Когда стемнеет, будут фонтанчики танцевать. Соня танцует? Пошли. Пошли, пошли. Лиза, ты меня катаешь? Молодец. Подними голову наверх, не надо вниз смотреть, то будет голова кружиться. Что, не получилось? На тренажере позаниматься не получилось? Я сказала, он хорошо парит. Хорошо парит? Я тоже да. Не трогай! Ты куда едешь? Не трогай! Не трогаю. Все, вылазишь? Лучка, тут лучка. Ту! Аккуратненько.
Давай лучше по ступенькам, Лиза. Вон ступеньки. Идем на ступеньки. Что здесь можно свалиться. Ой, это кто? Мишка такой? Хороший. Хороший, добрый Мишка. Пошли, Лиза, идем на площадочку. А это кто? Это белка? Да. С орешком. Орешек, да. Это белка из мультика «Ледниковый период». Смотри, какая большая горка. Давай спустимся. Аккуратненько, по чуть-чуть. Не спеши. Поднимайся. Холодно еще купаться, да? Нет, и что, еще холодно? Потом, когда потеплеет чуть-чуть, да, будем купаться. И Лизочка будет купаться, и Пупсик. Это еще прохладненько чуть-чуть. Видишь, какой ветерочек дует холодный. Снимаешь платье, пусть позагорает, да? Ну, снимай. Давай. Что Соня делает? А? Ты ее закапывай, закапывай. Там не замерзла твоя куколка, Лиза? Пупсик твой не замерз? Нету Сони. Была Соня и нету. Давай, раскапывай свою куколку, пойдем погуляем. А куколку раскопай, забыла про нее? А ну-ка давай раскапывай. Как собачка, давай.
все. Бассейн? Нет, это не бассейн, это море, Лиза. Уже дома сделаем ванну, и будет пупсилька купаться. Да. Ну все, пошли погуляем. Пошли? Идем походим. Идем. Куда? Ну туда вперед, пошли погуляем. Пойдем. Пупсика берем, ты что? Что ты его будешь оставлять? Пошли. Идем, Лиза. Пошли. Давай. Пошли погуляем, идем. Ты что оставила его? Иди забери. Ты что, его кто-то заберет вместо тебя? Ну ты даешь. Своего ребенка чуть не забыла. Пошли. Ого. Что это такое? Лизунь. Ну что, тебе понравилось гулять в Аркадии? Да. Еще поедешь сюда? Да. Говори пока-пока.